Здравствуйте, друзья. Рада видеть коллег. Явно вижу, что здесь есть коллеги. О, yes! А у меня всегда одна и та же просьба. Времени мало, у нас 40 минут всего лишь лекция, но все-таки быстро покажите, кто дизайнер. Шикарно. Жан, поднимай руку, ты дизайнер. Ага, дизайнеры. Кто архитекторы? Ага, отлично, отлично, замечательно. Кто производственник? Ребята, берите телефоны вот этих двух барышень, потому что они нам помогут. Это делатели потрясающей мебели. Итак, тема сегодняшней лекции звучит, как же она звучит? Как пространство общественное можно сделать другим принципиально, если мы используем свойства цвета? Каждый из вас, конечно, знает, что такое цвет. Вот вы сидите здесь все такие разноцветные, розовая барышня, привет, дама в желтом, привет, дама в фиолетово-лиловом, привет, в зелено-голубом, бирюзовом. Вы все сидите на разных рядах, и вы все еще дальше либо отдаляетесь, либо приближаетесь. Но вы знаете, потому что есть цвета приближающие, есть цвета отдаляющие. Давайте представим себе, что вы все руководители большой студии, и у вас, ну, допустим, работает, представьте себе, через 3 года вы нанимаете 100 дизайнеров, архитекторов, строителей и так далее, и открываете свою огромную студию. Где бы вы ее открыли? В центре Москвы? Я бы сказала, нет. А лучше недалеко от метро, но где-то на окраине Москвы. Туда и приедут, и будут счастливы люди, которые когда-нибудь там будут работать, потому что из окна будет видно много интересного. Дальше. Чтобы построить правильный интерьер, или вы как дизайнеры должны представить себе интерьер офиса, какие основные законы нужно понять тогда, когда мы разрабатываем, ну, допустим, сейчас говорим об офисе, какие основные законы? Потом поговорим о ресторанах, если успеем, и если мы успеем, проговорим еще какие-то общественные зоны, ну что там, больницы, допустим, если успеем. Итак, офис, то, что нам сейчас заказывают. А ну-ка поднимите руки, кто сейчас разрабатывает чей-нибудь офис. Во, отлично, отлично. Вот я сейчас заканчиваю проект огромного офиса и буду публиковать. Он как раз вот будет хорошей иллюстрацией для этого, но пока я его еще не сделала, не буду показывать. Это будет иллюстрация, как двигать стены. Длинное, длинное, что мы получаем как задание, как техническое длинное пространство, правильно? В этом длинном пространстве должны жить живые люди, такие живые, улыбчивые, как вы. Они хотят эмоций. Вы хотите, как работодатель, хотите, чтобы они были работоспособны, правильно? И еще что нужно сделать? Люди могут просто работать и ничего больше ничем не заниматься? Нет. Значит, еще должна быть зона, где они слегка расслабляются, зона релакса. Еще должна быть какая зона? Есть зона, так называемое уединение, когда человек вообще никого не хочет видеть. Вот среди вас есть и флегматики, и сангвиники, и холерики, и все вы хотите в какой-то момент скрыться. А теперь из этого делаем вывод. Должна быть зона, где люди работают, продуктивно работают. В этой зоне не должно быть абсолютной монохромии, потому что человек не может жить в монохромии. Ну, допустим, представить себе, назовите любимый цвет ваш. Юноша, назовите ваш любимый цвет. Вы не оборачивайтесь. Как? Зеленый. Зеленый, как молодое яблоко. Вот, вообразите. Как вас зовут? Коля любит зеленый. Зеленый, как молодое яблоко. И Коля говорит, хочу весь офис зеленый. И бабахает. И в результате получается перекармливание зеленым цветом и невозможное состояние человека все время находиться в этом пространстве. Он любую белую бумажку будет воспринимать как подарок. А если это розовая бумажка или девушка в розовом платке, это будет супер подарок. Она будет звездой всего офиса, потому что она не зеленая и не в этой гамме. То есть надо все время дозировать. Если мы даем монохромию, даже такую радостную, как вы сказали, зеленую, она все равно может убить интерьер. Что нужно сделать для того, чтобы интерьер, вот там, где мы происходит работа, чтобы он был живой? Должны быть разноокрашенные стены. Ну, не знаю, вот я, может, не самый лучший пример,
Но в любом интерьере, который я делаю офисным, ну, допустим, много раз уже делала офисы, в любом интерьере, где живут, где работают люди, обязательно одна стенка у меня другая. Или фрагмент стенки другой. Вот если пойдете к нам на стенд, там увидите, что я там луплю. И обои прекрасные, и стеночка другая. И эти стены вроде ровные и ровные. Они делают какие-то зигзаги, будучи абсолютно пальцем идешь и ведешь, это плоскость. Но визуально мы куда-то уходим в пространство. Итак, первый закон, который важен для разработки пространства для работы. Первый закон. Не должно быть монохромии. Самый тяжелый случай монохромии – это вздрогните, что чаще всего употребляется, это белый интерьер. Белый с серой мебелью. Вот в этом пространстве, ну, во-первых, человек, приходя на работу, ну, допустим, к 10, в 10-15 хочет оттуда уйти, потому что он уже устал от белого цвета. Итак, пространство не должно быть монохромным, не должно быть... О, ангелочек, спасибо. Вперед. Анечка, ты здесь? Анечка, спасибо большое. Сохранитель мозга. Вот смотрите, видите вот эту картинку? На этой картинке ничего особенного нету. Но в этой картинке вы видите, какие фрагменты стены, вот, допустим, вот этот цвет выходит вперед, желтый цвет как будто бы прям выпячивается, синий цвет уходит назад-назад, красный цвет, вот маленький-прималенький, вот такой кусочек, он тоже выезжает на вас. Здесь вроде ровная стенка, но у этой ровной стенки есть вот такие вот выходы и приходы, видите их? Теперь посмотрим на вот такую картинку. Здесь прелестный бирюзовый цвет, прелестный совершенно, такой равновесный, который нравится всем людям. А теперь мысленно уберите, вот прикройте глаза и потом откройте. И мысленно уберите все оранжевые и красные оттенки. Что вам там? Нам там нечего смотреть. Видите? Хотя они прекрасные. Но как только мы туда внедряем оранжевое кресло и какие-то фрагменты стены, нам становится приятно, весело и... удобно для того, чтобы человек расслабился. Это зона релакса, разумеется. Вот это называется работа с цветом. Владелец автомобиля Volvo, государственный номер М095ВС197 регион, срочно подойдите к своему автомобилю. Бежим. А вот смотрите, что делает желтый цвет. Тогда, когда есть монохромный дурацкий коридор, такие бывают, есть такие задания. Задания тогда, когда мы проектируем какой-нибудь большой офис. И что мы можем сделать? Мы можем сделать эти кольцеобразные, вот в нашем проекте как раз так. Это, по сути дела, кусок нашего проекта. У нас вот так кольцеобразно зацикленный один цвет, который переходит с потолка на стену и падает на пол. Слава богу, есть материалы, которые позволяют резать так, как нужно. Ну, допустим, есть такой материал по имени мармолиум. Знаете такой материал? Мармолиум. Вот он режется, как ты хочешь. Ширина его 2 метра, цвет безумный, какой захочешь. У нас в офисе он живет уже лет 10-15. Вот так себя чувствует, и он органический. Вот это все про радость цвета. Я думаю, что здесь либо плитка, либо этот самый мармолиум. Цвет потолка – это окрашенная часть потолка, и стены тоже, конечно, окрашенные. Вот здесь получается не монохромно и радостно. Что делает желтый цвет? Расшибачивает границы. То есть он не расширяет, нет, желтый цвет сужает. Но в данном случае он съедает границы прямоугольника вот этого. И нам кажется, что это почти овал. Видите его? Это почти овал. Восхитительное зрелище, на мой взгляд. Еще. Вот помните, я говорила, что если мы делаем офис, братцы, то в этом офисе должна быть какая-то точка, в которой хочется пойти и выпить кофе. Вот вообразите, что вы весь день пришли на работу, и у вас нет ни секунды, чтобы вы пошли и выпили кофе. Ну, что можно сказать? Ну, увольняться надо, наверное, да? А вот если есть зона такая, в которой... вот удобно посидеть, даже вот видите, на нее спускается лестница, на эту зону, но все равно человеку так комфортно, он как будто освещен солнцем. Желтый цвет – это как человек ощущает себя под лучами солнца. И даже если за окном какой-нибудь завод, и солнца там в этой стороне не бывает никогда, особенно когда нет солнца, допустим, северная сторона, не бывает там солнца, то вот это окрашивание дает нам ощущение, что мы вышли в сад. Ура!
Это принцип такой. Итак, в офисе должна быть зона, где вы работаете. Сейчас я вот тоже покажу. И зона, где вы все-таки можете разговаривать друг с другом. Зона общественного пространства. И зона личного пространства, когда вы скрываетесь от всех людей. Или иначе, вы приходите с работы, и первое, что делаете, закрываете за собой дверь. Ну, вы едите, конечно, святое. А потом вы закрываете за собой дверь и не хотите ни с кем разговаривать. Семья как будто перестает существовать, потому что вы объелись визуальным общением с людьми. Знаете, какой самый тяжелый вариант офиса? Есть пример такой, даже много таких примеров. Тогда, когда, допустим, женский коллектив или, наоборот, мужской коллектив, неважно. Вот давайте возьмем женский коллектив, который задружился, который давно работает, который 10 лет жил в пространстве, которое было разделено на какие-то кусочки в разных маленьких комнатах. И вдруг они снимают или покупают большой офис, и девушки говорят: слушайте, мы так редко собираемся, давайте поставим столы вокруг центра и будем, ну, как будто бы наблюдать за другим, ну, дружить будем. Вот это называется конец конторе, потому что человек не может быть все время под выстрелами взглядов, даже дружественных. Человек, если все-все дружны, обожают друг друга и встречаются на Новый год или там на Пасху вместе-вместе, но ситуация наблюдения друг за другом, такая перестрелка, очень тяжела. Вы находитесь как под лупой. Ну, к примеру, я собираюсь похудеть. И я всем об этом сообщаю. А потом мне захотелось съесть горькую шоколадку 99%. И я из-под тишка, прилюдно, но из-под тишка достаю шоколадку. И все 9 человек, которые находятся в офисе, говорят: ты что делаешь? Вот любое действие, оно находится прямо под лупой. Поэтому, или, допустим, хочется пообщаться с кем-то, или порисовать, или отвлечься, или там что еще, пошуршать чем-нибудь, написать записку. Все видят, что ты пишешь записку, смс-ку. Итак, запрещено в офисе раскидывать столы, расставлять столы таким образом, чтобы люди видели друг друга непрерывно. Зонируйте, хотя бы взглядом зонируйте в одну сторону, в другую сторону, в третью сторону. Иначе у вас будет конфликт. У тебя, Жанна, все нормально. У тебя никто друг друга не видит, у тебя зонирование суперское-суперское. Но еще, при этом, если есть такая зона чудесная, где люди могут поговорить, тоже замечательно. Вот зона, где можно обсуждать. Все люди собираются варить себе кофе, это обычно рядом с кухней. Вот там кухонька, в которой можно разогреть всякую ерунду. А потом есть стол, на который можно поставить чашки с кофе. А еще можно где-то посидеть. И вы можете там строить планы рабочие на кухне. Ну просто и поговорить, и кофе попить, и отвлечься, или придумать какую-нибудь поездку, сейчас я вас отправлю в Китай, в Милан, туда или сюда, и посмотреть, как это здорово получится, на каком корабле мы поплывем, шутка-шутка. Итак, вот если эта зона вот такая, релаксирующая, единственное, что здесь мне не нравится, это не нравятся стулья, потому что я сразу читаю так же, как и вы, эргономика ерундовая, видите, сидеть на этих стульях не сильно хорошо. Но это не важно. А так, в принципе, видите, желтая зона. Но еще я вам должна сказать, если все такие худые, как вы сейчас, Манечка, помаши мне ручкой, худая-прихудая. Вот если все такие худые, как Манечка, то в желтой зоне хорошо бы устроить кухню. Всем остальным, как я, с таким телосложением, лучше в желтую зону не ходить обедать. Потому что съедаем мы в 2 раза больше. Итак, если мы хотим в обратную сторону, любой другой, только не желтый, ну и не оранжевый. Так, ладно. А здесь, смотрите, а здесь баланс. Видите, белая столешница и вот такая кухонька. Это офис, в котором, видимо, люди очень любят подходить, здесь не вижу стульев, любят подходить и смотреть на желтый цвет, это солнце. А видите, как они живут? Видите, там синий и черный там вдалеке, видите? И вот этот восторг от того, что они долго-долго... Есть понятие такое «объесться цветом». Вы знаете такое понятие? Ну вот я спросила у Коли, что его любимый цвет зеленый. Вот если он все в зеленое покрасит, он заненавидит этот цвет, ну ненадолго, потом вернется к этому. Возненавидит, потому что происходит перекармливание. Вот если мы посмотрим на тот офис, он бело-синий-черный. Видите? Там нет теплого. Поэтому при первой возможности, я думаю, кофе они приходят пить раз в 10 минут.
потому что там возникает эмоциональный голод. Единственное, чем можно спасти это положение, как вам кажется, Манечка, говори, поставить желтые стаканы для карандашей и ручек, поставить какую или положить плашку на белый стол желтого цвета. Чем-то порадовать человека. Человеческий взгляд не может жить только в холодных оттенках. Он должен все время балансировать либо там, либо там. Вот идите-ка сюда. Вставайте, вставайте. Я смотрю на вас, только уберите вот эту штучку с шеи. Ага. Вот смотрите, какой прекрасный баланс. Убирайте, идите сюда. Как вас зовут? Танечка же это пришла. Смотрите, какой баланс. Теплого, холодного. Зеленый, холодный. Красный и холодный, и теплый, и желтый. А теперь смотрите. Таня случайно ее увидела. Танечка, снимайте вот шарф. Смотрите, Таня постепенно перестала существовать. Видите? Таня, убирайте желтый цвет прямо и за спину. Нет, за спину, за спину, за спину. Просто за спину. Видите? Тани как будто бы нет. Таня, надевайте опять. Желтый. Таня есть. Видите? То же самое могу показать на любой из вас, почему не случайно все. Спасибо, Таня, вы мне очень помогли. То есть любая деталь, это я о чем говорю? О том, что тогда, когда вы работаете даже грамотно, но без ярких каких-то деталей, а ну-ка, соседка милая, идите-ка сюда. Угу. А теперь попробуем, опять вот это снимаем. Ага. А теперь закрывайте рукой ту штучку, которая находится. Вот смотрите, человека нету, а теперь оп, человек есть, видите? Это называется декор. Это называется декор. В интерьере офиса обязательно должен быть декор. Если это мужской или женский офис, то тогда декор или доминирующий мужской, доминирующий женский. В этом, в другом случае, обязательно должны быть фотографии, эмоционально значимые. При этом фотографии могут быть не каких-то производств. Вот мы делаем ковры или мы делаем мебель, и вот фотографии на стене производства мебельного. Нет. А это могут быть яхты, это могут быть какие-то старые автомобили или вершина Монблана, ну, что-нибудь, не относящееся к работе. У девочек это могут быть цветочки, фотографии жуков, зверей, чего-то эмоционального, эмоциональных каких-то развлечений, допустим, танцы. А вот смотрите еще, это опять зона «пойдем отдохнем». Как выглядит просто офис, мы понимаем. А как выглядит зона «пойдем отдохнем», она может быть вот такой. Почти пэтчворк, мой любимый пэтчворк. А вот еще, смотрите, это зона, где руки моют, и там, видимо, еду получают. А там, видите, офис-то голубой, поэтому желтый воспринимается как подарочный. Человек мелькает. Опять центр, весь центр. Вот попробуйте этот желтый цвет выключить. И у нас интерьер не состоится. Я сейчас быстренько проскочу. А вот, смотрите, бирюзовый цвет. Бирюзовый в доминанте. Мы говорим тут о голубом, а все-таки на что мы обращаем внимание? На желтые столы. Попробуйте убрать желтые столы и сделать их черными. Ни один человек сюда не придет поесть, потому что есть тут не хочется. Ну, по определению. А вот, если нужно показать какой-то угол особенный, ну, допустим, показать какой-то предмет, это, вот этот цвет, который является декором, цвет декора, это бывает в отелях, допустим. Есть несколько отелей, которые хочется цитировать. Даже вот, как же он называется, Holiday Inn. Иногда Holiday Inn сделан очень просто, но там есть какие-то добавки многоцветные. Собака с какой-то интересной фотографией, собаки с интересным ошейником. Либо интересный ковролин полосатый. Все это держит конструкцию, так же, как вот эти цветовые пятна. А вот смотрите еще. Вот это компоненты бирюзовый и терракотовый. Здесь, может быть, этот цвет даже больше желтый, но мы его воспринимаем как желто-оранжевый, потому что это взаимодополняющие цвета бирюзовому цвету. И видите, какая получается многоплановость. Попробуйте это сделать в монохроме белое-серое. Скучно невозможно. А два цвета противоположных, почти противоположных, потому что синее-голубое. Здесь, видите, нужно, задача была, вероятно, такая, что желтый цвет должен опуститься. Видите, он немножко схлопывается, желтый с желтым. Пространство становится камернее, ниже. А реально этот потолок очень высок. Но при этом у нас это пространство узкое, поэтому бирюзовый цвет здесь необходим, чтобы раздвинуть пространство. Возникает, из-за бирюзы возникает ощущение воздуха. Хоп. А из-за желтого получается гармоничное сложение этой конструкции. То есть он становится шире и ниже. Это корректировка. Грамотная корректировка.
Вот еще, смотрите, а вот эта зона брякнуться с высоты и попрыгать там. Смотрите, как здесь здорово. Ну, я думаю, что это очень молодая компания какая-то. Молодая компания, которая хочет вот так вот на просвет, можно сказать, работать. Вот так вот существует. Или еще, вот зона переговорной. В зоне переговорной требование к переговорной какое? Ну-ка скажите, какое требование к переговорной? Может быть, переговорная в открытом пространстве? Я говорю нет. Я как бизнесмен, Жанна как бизнесмен, говорим нет. Есть разговоры, которые ведутся с партнерами или с исполнителем с глазу на глаз. И в этом случае лишние уши для бизнесмена закрывают какие-то позиции. Мы не можем. Мы тогда приглашаем в ресторан, если у нас нет такой зоны, где можем уединиться. Вот зона закрытого переговорного пространства обязательно должна быть. Вот она. Даже если мы думаем, что чего-то слышно, но мы все-таки закрыты, даже человек, который собирается, ну, это закон, собирается с вами быть откровенным, ну, допустим, он строит с вами планы какие-то. Опять говорю, это очень важно. Если вы вошли в переговорную, а даже дверь не закрыли, то разговор не состоится. Если вы вошли в переговорную, а она прозрачная, вот такая, а там нет высвеченного пространства стола переговорного, разговора не будет. Посмотрите, сколько важных составляющих для того, чтобы вы выиграли дело. Итак, чтобы вы правильно провели переговоры, должна быть позитивная атмосфера. Раз. Ну, вы должны быть в хорошем настроении. Должна быть закрытая дверь и должен быть высвечен стол переговоров. Правильнее ставить стол переговоров, конечно, круглый. Я знаю, кто его умеет делать. Но если даже он прямоуголен, все равно садитесь тогда друг напротив друга, чтобы вы не доминировали. Очень такая эффектная вещь, когда научили меня французы, а я это поставила на знак минус. Если вы хотите доминировать в переговорах, ставьте себе кресло заведомо выше всех остальных. Вы доминируете в разговоре, но это нечестно. Это такая манипуляция. Поэтому мы ее знаем и не применяем. Дальше. А вот смотрите, что делает синий и желтый. Раздвигает пространство. Если маленькие-маленькие точки располагаются везде-везде, то возникает ощущение слома пространства. А вот, да здравствует пурпурный. Смотрите, какой потрясающий цвет. Фуксия, пурпурная фуксия. И если его убрать, то вся картинка рассыпается, мгновенно рассыпается, блеск. А вот еще, смотрите, опустили потолок. Каким образом? Смотрите, свет стал как будто красноватым, видите? Потому что из-за красных ниш опускаются светильники. И нам кажется, что это большие красные светильники. А на самом деле это обычные белые светильники. Просто там все пространство вот этого подлинного потолка сохраняет высоту и при этом занижает его, потому что красный цвет понижает уровень, вы знаете. А синий, конечно, вот это комбинация, давайте вернемся. А, уже не вернемся. Так, простите, не знаю, куда вернуться. А, вот. А вот синий здесь, видите, в градации с холодным цветом, с зеленым. Вот здесь оранжево-красный, русский красный цвет, он замечательно скоординировался с такой бирюзовой морской волной, так называемой. Вот еще фантастический цвет фиолетовый, магический цвет фиолетовый. Что делает фиолет? Он делает пространство романтичным, безусловно. Если кто-то здесь в фиолетовом платье, то это романтик. Не будем показывать пальцем. Угу. А вот еще, смотрите, влияние бирюзового цвета. Бирюзовый цвет освежает любое пространство. Вот сейчас много очень проектов, я вижу, архитекторы делают потрясающие проекты, прям очень здоровские пространства делают, тогда, когда используют стиль, так называемый стиль натюр, тогда, когда все сделано из дерева, это очень красиво. Но, как всеми цветами, так и любыми доминирующими материалами, можно ли перекормить? Ответ – да. Иногда, тогда, когда вы входите в пространство, где деревянные полы, где обшиты деревянным стены, где потолки сделаны в дерево, да еще и деревянная мебель, вот хочется быстро выбежать. Потому что вы перекормили теплым материалом, дерево теплый материал. Да еще он монохромен, то есть по фактуре он монохромен. Что можно сделать в этой ситуации? Говорите, если ничего нельзя сломать. Что?
можно... А, молодец, конечно. Шторник, говорит, бирюзовые шторы. Маш, молодец. Надо перекрашивать стены. Давать им другой цвет, не деревянный. То есть не цвет дерева, а перекрасывать бирюзовый, в голубой, в серо-голубой. Даже если в серый, мы уже перестанем так доминировать этим деревом. И второе, что нужно сделать, добавлять туда металла и стекла. И тогда вот этот баланс, потому что дерево – это теплый материал, и он теплый два раза, потому что он теплого цвета и теплый по сути. А если мы добавляем металл и стекло, это два холодных материала, они начинают точно парировать над этим деревянным огромным пространством. Итак, да здравствует архитектура деревянная, но знайте меру, братцы. Угу, дальше. Вот здесь как раз, простите, почему я завелась так? Это завелась я потому, что вот здесь как раз ситуация такая, много дерева, видите? Вот меня и понесло. Угу. А вот еще, смотрите, какая чудная конструкция. Я не знаю, кто это сделал. Думаю, что это... Барышня, как вы думаете? Мне кажется, это мужской дизайн. Замечательный мужской дизайн. Я так думаю. Вот здесь, видите, потолок такой фантастический. И он сыграл как партию такую, как отражение в полу. А здесь, вот еще, использование настоящего света. Психофизиологи заметили давным-давно, в каких же это годах было, в 20-х годах 20 века, они обнаружили, вот когда они занимались такой развитием психофизиологии, они обнаружили, даже Бехтерев увидел, что если человек живет и видит линию горизонта, я много раз это говорила, то он живет гораздо дольше. Это к чему я говорю? Это не только как линия горизонта. Вы сейчас представьте себе, так, я живу на пятом этаже, какая линия горизонта? Или я работаю на втором этаже, какая линия горизонта? Даже если вы время от времени видите линию горизонта, это хорошо. Если этого нет, то оставьте картинку где-нибудь, длинную фотографию с линии горизонта. Рисуйте планы. Почему актеры, писатели живут долго? Потому что вот такая вот линия горизонта их жизни, то есть они выпустили спектакль, а они начали следующий, а у них еще следующий, они начинают следующую книжку. У них эта линия горизонта абстрактная, получается, жизненная. Она уходит назад, 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 они доживают до 90 лет, не замечая этого. А все остальные люди думают, все, 65, я на пенсию, все, жизнь кончилась. А нет. Ну ладно, это я про линию горизонта и вот про эти стулья и столы напротив окон. Вот если возможно смотреть в пространство, и если за окном что-то хорошенькое, покажите это. Вот опять бирюзовый цвет, и опять, Манечка, твои шторы, смотри, как хорошо. Убираем шторы и стул, выносим. Маня пришла и вытащила шторы и стул. Что осталось? Ничего. Мы останавливаем свой взгляд именно на таких замечательных вещах. Это то же самое, это все, смотрите, вот это все пространство, ага, опять не знаю, куда ушла, это все пространство общественных, то есть это какое-то общежитие или это такой легонький-легонький вариант для молодых семей, которые живут там в отеле, переезжают с одного места на другое. А вот еще смотрите, какой чудный-чудный момент фиолетовый для релакса глаз, в фиолетовом цвете глаз отдыхает, вы знаете. И здесь еще есть такая наклонная стена-пол, на которой можно полежать, посмотреть и обрадоваться. Это вот чудесный такой интерьер, где доминанта бирюзового скрашивается красным. Вот безошибочное действие. Если вы хотите сделать дамский или детский общественный интерьер, ну, допустим, вам нужно делать детский клуб. Вот безошибочная работа, знаете, какая? Вот такая. Тогда, когда мы берем, можно все цвета, но все их делаем пастельные, и тогда они автоматически через белое договариваются. Вот это вот фокус, который позволяет избежать ошибок. Вот вам пример. Конечно, хорошо, если мы туда внедрим какие-то яркие цвета. А вот это, допустим, общественное пространство. Это либо какой-то клуб, либо это какое-нибудь кафе. А здесь, если очень жарко, можно убирать желтые подушки. И тогда оставаться в прохладе. Вот сочетание синего, доминанта синего. Так, плохо читать. Вот он. Сочетание синего с ритмом. Еще вопрос. Как вы думаете...
можно ли внедрить ритм в общественное пространство? И нужно ли? Ответ – да, нужно, можно, можно. Но, опять, вот каждый раз, когда я что-нибудь утверждаю, я говорю, а вот да, но нет. Вот этот ритм заставляет нас двигаться куда-то. Вот эти полосочки прекрасные, обожаемые черно-белые, любого ритма, они очень правильные, они заставляют шевелиться. Но ритм человека утомляет, человеческий глаз утомляет. Поэтому если вы делаете офис, в котором ритмически черно-белым выстроена целая стенка, на которой смотрят все люди, вы мысленно их выгоняете из этого пространства. Или вы делаете все возможное, чтобы они очень быстро устали. А что можно сделать? Аритмическую композицию ритма. То есть, ну, допустим, ширина, ну, допустим, в какой мы возьмем, любимый Колин цвет зеленый внизу, но разбавим его пастельно-зеленый. Потом черная полоса по горизонтали, длинная-длинная стенка. Черная полоса или серая полоса. Потом цвет, допустим, светло-розовый, широкая полоса, но не такая, как прежде. Они все разные, как в Мессоне. А потом, допустим, светло-желтый. Вот такой ритм не утомляет. Он тоже ритмичен, но он другой. Ритмичен, аритмичен. Разбит по вот этим составляющим полосочкам. И тогда нам счастливо и хорошо. Но в зоне, где люди должны не задерживаться, ну, допустим, есть же признак, принцип такой, принцип Макдональдса, принцип всех общепитов. Это сделать так, чтобы человек долго не сидел. Неудобный стул, быстро моется этот стул, быстро поел, быстро ушел. То есть человеку заведомо, это в хороших ресторанах должны сидеть долго, убрать часы, чтобы человек забывал о том, сколько времени, не навязываться. А в Макдональдсе наоборот, давай быстрее. Так вот, ритм такого рода заставляет человека быстро убраться. Поэтому, если вы хотите сделать зону релакса, где не сильно много, не очень долго сидят люди, то полосочка – это ваша партия. Ну, будьте осторожны. А вот она. Смотрите, какая милейшая. Вот зона релакса произношу, и вот здесь вот хочется релаксировать. Пастель. И смотрите, на что вы сейчас вот мысленно уберите красное пятно. Видите его, да? Оно заставляет вас поднять потолок, видите? Потому что это притягательный, как магнит, вот эта вот точка является магнитом. Все остальное очень-очень релаксирующее. Даже иногда кажется страшным такая близость бирюзового со светло-зеленым. Но в данном случае это все хорошо, только потому что все хорошо связывается, только потому что там есть красная точка. И тогда все окружение, кажется нам, оно и есть розовым. Замечательно. Прекрасная партия. А вот, очень спорный интерьер. Очень спорный. Ну, я могу сказать, что заказчик, наверное, вскоре это все перекрасил, потому что сочетание красного и черного, оно, конечно, очень ардекошно, но долго находиться, вы воспринимаете это пространство как красное. То есть вы находитесь в красном пространстве, потому что ахроматика – это черно-белый-серый. В данном случае красный задавил вас. Хотя здесь очень красивый декор. Теперь закройте глаза или опустите глаза. А теперь быстро поднимите и скажите, на что вы смотрите. Быстро только, быстро говорите. На что смотрите? На что? Я смотрю на зеленые листья. Это единственное, что здесь живое есть. Все остальное доминирует так страшно, что заставляет меня посмотреть на Колины зеленые листья. Коля, все посвящается вам сегодня. А вот здесь все хорошо. Видите, что делает зеленый? Он говорит, проходи быстро это пространство красное и приди ко мне. Если вы хотите завести человека куда-то в какой-то угол, то это вот как раз то. А здесь наоборот, широкое становится пространство. И за счет того, что бирюза это раздвигатель пространства, а красный это приближатель пространства. Видите, и то, и другое. Слом пространства. Смотрите, как выглядит коридор, когда он абсолютно... монохромен с одинаковыми, вот как рельсы, шпалы. Дверь, окно. Как можно сломать? Каким-то неправильным рисунком пола, стен. Это ваша тема. Это будущее в оформлении всех интерьеров. Вот, смотрите еще. У нас время вышло?
Нет, отлично. Вот смотрите, что происходит. Посмотрите на эту картинку и скажите, что вы видите близко к себе, а что видите далеким себе, от себя. Оранжевый выступает, видите, наступает на вас. Желтый наступает, бирюзовый как будто бы разжижает все это пространство, так же, как и серый. И вот там фиолетовый диван создает ощущение, что это такая глубина-преглубина, видите? Он сжимает пространство, фиолетовый такой, он сжимает пространство и уходит назад. Прекрасное свойство этого цвета. Поэтому, когда вы делаете интерьеры, помните об этом. А вот еще, монохромно. Иногда, полихромно, многоцветно. Иногда в многоцветии можно дойти до китча. Боитесь этого? Всем надо бояться перехода в китч. Вообще, да, 3 секунды про китч. Кто знает определение, что такое китч? А его нету. Определения китча нет. Это отсутствие вкуса, верно? Это переизбыток чего-то. Ну вот я сейчас просто рассказываю, что является знаком китча. Потому что иногда на таких чудесных выставках мы тоже можем увидеть элементы китча. Я ни на кого не намекаю, даже не ходила по выставкам. Но я говорю, просто на дизайнерских выставках иногда это бывает. Поэтому надо избегать этого факта. Еще тогда, когда мы меняем функцию, ну, допустим, что там может быть? Меняем функцию. Ну, а вот пример. Допустим, мы делаем пепельницу. Привет из Сочи. А пепельница сделана из пластмассы, которая при соприкосновении с пеплом расплавляется. То есть для чего сделана пепельница? Привет из Сочи. Только для того, чтобы сказать, вот привет тебе из Сочи. То есть функция нарушена. Это заведомо элемент китча. Или пример такой дикий совершенно. Тогда, когда делается электрочайник, а на нем нарисована, сейчас я боюсь кого-нибудь обидеть, нарисована хохлома или гжель. Вот весь электрочайник в хохломе или гжель. Для чего? Ни для чего. То есть украшение. Это вот заведомый китч. Можно ли китчем обрадовать? Иногда люди путают, что такое поп-арт и что такое китч. Энди Уорхол был китчевым художником? Нет. Он шел, прямо, можно сказать, по лезвию бритвы, но он не переходил границу. Он делал сногсшибательные работы, используя свойства своего потрясающего вкуса. Он знал, где граница. Еще один художник такой, который работает на грани этого, назовите мне сами. Знаете такого? Вы его знаете. Сейчас назову, вы скажете, а да. Кто? Да, точно, может быть. А еще есть, можно назвать такого, а можно вспомнить Филиппа Старка. Филипп Старк, вы же все знаете, да? Автомат Калашникова, лампа автомат Калашникова. Он же прям вот играет с китчем. Абсолютно играет с китчем. Или его стулья, помните, кресло такое развальное в стиле барокко, которое может стоять только одно в пространстве, все остальное место уже будет занято именно этим креслом, даже если это будет огромное пространство. Он тоже дает возможность показать, что с китчем можно работать, но только обладая бешеным вкусом. В области моды есть такие ребята? Джон Гальяно, Вивьен Вествуд, Эльза Скиапарелли. Вот эти все люди прекрасно играют с этим опасным инструментом, китч. Переходить границу, вот это публично опозориться называется. Либо наоборот делать так, как Филипп Старк это делает. Фантастически. У Филиппа Старка очень много таких вещей. Вот. Вот здесь, пожалуй, близко подходит к этому. Видите? По цвету иногда... Все, заканчиваем? 5 минут? Окей, хорошо. И вот здесь, вот видите, нам еще кажется, нет, это не китч, все хорошо, все замечательно, но вот уже можно через какое-то время, если еще что-то добавить, то мы переходим границу. Это предел называется. Вот здесь видите, какой ритм. Ритм заставляет нас уйти вон туда в дверь. Видите, он заставляет, потому что выстроен таким образом. Вот красный санузел. Делали вы когда-нибудь красный санузел? Угу. Ответ. Красный санузел можно делать. Где его можно делать? В общественном пространстве, либо в гостевом санузле. А почему? Я такое делала. Это тогда, когда не нужно, чтобы человек там долго пробыл. Это первое.
А во-вторых, барышни, вы когда-нибудь видели себя, юноши? Вы видели себя в красном свете? Вы же красавцы. Мы все красавцы, тогда, когда нас окружает вокруг нас теплый персиковый или теплый красный цвет. Мы тогда сногсшибательно себе нравимся. Если мы это сделаем в каком-нибудь клубе, это делается часто в каком-нибудь клубе, то тогда мы выходим с ощущением: «Боже, сегодня я как никогда». Да? Итак, красный санузел, да, можно. Ага, и вот, смотрите, тогда, когда нужно делать пространство для учебы детей, подростков, школа, то подростки, ну, пожиратели серого цвета. Серый, белый, черный – это тот цвет, который они говорят: «Все, мама, папа, выносите все предметы из моей комнаты, мне 15, мне 13 лет, начиная с 12, они говорят это. Выносите все предметы, и в школе тоже не должно быть никакого цвета, должен быть серый, белый, черный, никакой другой». И тогда мы говорим: «Ладно, ладно, ладно, хорошо, серый, вот он серый». Но потом аккуратненько вносите туда столики бирюзовенькие. А потом, ну раз уж бирюзовенький вошел, ну тогда красные стульчики. И так постепенно-постепенно мы наполняем. Лет к 16 это проходит, опыт такой. У кого есть 16-летние дети? Вот, вот 16, я знаю, да. 16-летние уже начинают любить цвет. А до этого отрицание цвета, вот. Так вот, школа дает возможность, они же там не выбирают себе пространство. Сиди, родной, на красном стуле и получай удовольствие от цвета. Вот еще. Смотрите, как интересно градуированное пространство. Видите, как будто бы потолок – это как вода, которая спускается вниз. Все остальное скучное. Конечно, человек смотрит в потолок. Но чего здесь не хватает, барышни? Какого? Красного. Либо красного, либо оранжевого, либо терракотового. Здесь не хватает предметов каких-то на столах. То есть человек не вошел. А ну-ка еще давайте два слова об офисе. Вот тогда, когда мы говорим об офисе для большого количества людей, что делает дизайнер? Дизайнер тогда, когда сделал офис, он пишет свод правил. Я, по-моему, уже всем рассказывала об этом. Тогда, когда мне пришлось сделать офис в Швейцарии, то офис выглядел, много раз рассказывала, желтый, белый, серый, черный. Живой цвет только один, желтый. Я на нем настаивала. И тогда, когда мы заканчиваем, я заканчивала декорирование этого пространства, я понимала, что офис дальше живет. То есть приходят красивые девушки в разных платьях. За ресепшеном сидит какая-то дама. А потом они все приносят свои кружки. Привет из Сочи, ну там Швейцария, откуда-нибудь из Люцерна. А потом там фотографии ее замечательного мужа в какой-то рамке, которую она купила вон там, потому что или он ее подарил. И все это заполняется какой-то ерундой. Ну, вы знаете, как выглядит офис. Так вот, в конце работы, когда вы уже сделали это пространство офиса, вы, братцы, становитесь монстрами. Зубы так у вас начинают быть железными. И вы пишете свод правил, чего нельзя. Вот в том случае, когда я Швейцарию делала, в Швейцарии этот офис, я написала: все рамки, которые будут потом наполнены вашими дипломами или там какими-нибудь премиями, либо чем-нибудь документами, какими-то картинками, они должны быть серыми, белыми, черными, а лучше желтыми. Желтыми. Вся бумага для записей, желательно, чтобы она была пастельно-желтой. Они потом постебались, а цвет туалетной бумаги вы нам тоже скажете? Я написала: да, скажу. Белая, серая, желтая. Ну, в общем, мы поразвлекались. Потом все папки, все ручки, все стаканы для карандашей должны быть белыми, серыми, а лучше желтыми. В каждой комнате была одна стенка желтая, одна серая и две белые. И так было везде. Я назвала, чего нельзя девушке за ресепшеном. Девушке за ресепшеном нельзя одеваться ни в какой другой цвет, кроме как белый, серый, желтый, черный. И нельзя иметь маникюра красного. Можно белый, серый и желтый. Вот этот свод правил обязательно должен сыграться. Более того, я еще сказала, что в туалете должно пахнуть лимоном. Нехай пахнет. То есть вот если вы этого не совершаете, вы разрушаете интерьер. И еще. А владельцу этого офиса я сказала: покупай каждому кружки вот такого цвета. И лучше заказать разные формы, потому что выбирать будут разные. Но заказать одного цвета. Вот это сработало.
Через год я приехала на инспекцию, все было сделано. И вот этот вот лучший вариант тогда, но это немцы. Немцы выдерживают закон как надо. Сейчас, секунду. Братцы, всем спасибо. А у меня еще должен быть человек из синергии. Где у нас синергия? А, вот у нас, да-да-да-да-да. Два слова. Можно два слова? Да, давайте. Привет. Спасибо большое, Елена. На самом деле, очень познавательно, очень много интересного. Уверена, каждый сейчас для себя почерпнул. Я представлюсь, я представляю университет «Синергия» с Еленой Теплицкой. Мы в этом году запускаем единственный, первый в России, первую в России образовательную программу по бакалавриату. Это менеджмент премиум сегменте. И я уверена, что мы будем развивать и обучать высококвалифицированных специалистов, которые, надеюсь, в дальнейшем будут помогать и вам. Всем спасибо. Друзья, последнее слово. Где-то у меня была картинка такая потрясающая. Смотрите, если вы хотите научиться цвету и фактуре, приходите ко мне на стенд. У нас там есть возможность выучиться либо экстернатом, то есть в 3 дня, но мы работаем с утра до вечера. Если вы способны на такой героизм, то 13, 14, 15 марта к нам можно прийти и учиться цвету, фактуре и стилю. Вот вы успеете это сделать. Но это с 10:30 до 5:30. Ну, мы, конечно, там чего-то поедим, но не умрем. И будет еще практика. И еще есть месячные курсы. Приходите ко мне на стенд, там все есть. Окей? Спасибо большое. Аудитория офигительная.